подарки на летние каникулы. До плановых технических работ 17 августа во время ивента каждый день в 21:00 по почте будут отправляться подарки на летние каникулы. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия Энхасад 1000 единиц, ледяной куб 3 штучки, арбузная семечка 5 штучек, руда духов 100 штук, ледяной куб ивент. Выпадают рандомно предметы. Может выпасть предметы. Заряд души 1000 штук, мешочек с антикварными вещами 5 штучек, карта класса 1 раз. Ивент. Карта класса высокого качества тоже 1 раз. Карта Агатиона и карта Агатиона высокого качества 1 раз. Все по одному разу. И это все выпадение рандомно. Посещение летнего фестиваля. До плановых технических работ 17 августа. В качестве ежедневного бонуса можно получить арбузное семечко. Арбузное семечко можно обменять в городе у NPC Бернис. На награды. Дополнительный бонус по дням. Давайте посмотрим, что же он предлагает нам. Нажмем ежедневные предметы. Видим 53 росточка. Что входит в эти ежедневные предметы? Это 4-листный клевер, 15 штучек. Реликвия энергии, 6 штучек. Цели развития 10%. Это что входит в ежедневки? Ну и сундук обычным посохом на выбор. 2 сундучка. Дальше мы видим сундук с посохом высокого качества на выбор. Сундук с частями подземелья на выбор. Вот это вообще круто. Можем купить по 15 фрагментов на броню и оружие. 2 пера. Чистый эликсир. Ну и бесконечное количество заряд души. Получаются вот эти росточки. Арбузное семечко. Будут появляться данжи. Такие самые, как Беремона. Там будете убивать монстров, и вам будут выпадать разные предметы. Благодаря дополнительным и ежедневным бонусам можно получить ледяной куб 10 штучек. При открытии ледяного куба можно получить один из указанных предметов. Заряд души, мешочек с антикварными вещами, карта класса 1 раз, также карты Агатиона. Летний фруктовый сад. До плановых технических работ 17 августа в период проведения ивента 2 раза в день проводится рейд «Летние каникулы». В рейд ивента можно войти при помощи иконки рейда рядом с картой. Время открытия летнего фруктового сада 12:30 и 20:30. Вы можете принять участие в рейде ивента, выбрав уровни 30, 50 и 55. При убийстве монстров, появляющихся во время рейда, с определенной вероятностью выпадают следующие предметы. Неспелый арбуз и спелый арбуз. Вы можете видеть список предметов. Арбузная семечка, заряд души, свиток битвы, сияющая антикварная вещь, свиток пробуждения, свиток легкости, свиток защиты. Также большой неспелый арбуз и большой спелый арбуз получают все. Список выпадающих предметов видите на экране. Проклятый свиток может выпасть. Выпадение рандомно вещей. Благословенный свиток модификации оружия доспеха. Арбузная семечка. Сияющая антикварная вещь. Заряд души. Реликвия энергии. Свиток битвы. Свиток модификации оружия доспеха. Украшение. Свиток легкости. Защиты. Пробуждения. Сияющая антикварная вещь. При убийстве последнего босса вы получаете арбузное семечко, 30 штучек, пир наследника, святая вода, эликсир наследника, реликвия энергии 10 штук, сияющая антикварная вещь 20 до 200 штук, арбузный мешочек со свитками модификации, как проклятые свитки, так и благословенные, как и обычные свитки можно вытащить с этого мешочка. Спасающий от жары золотой арбуз, финальный босс. Знак поручения, свиток модификации оружия. Это ивент проводится в 12:30 и в 20:30. Также можете видеть график ивентов, которые есть на данный момент. Также добавлены временные коллекции. Видите на экране. Точность плюс 1. Сопротивление урону от оружия плюс 2%. Весь урон плюс 1. Доп урон в ПВП плюс 2. Снижение урона в ПВП плюс 2. На этом все, но я с вами не прощаюсь, всем до новых встреч.